Всем здорова, дорогие подписчики, с вами Кисина Диман, а также Юрка, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Прыжки в высоту». Здоровки, народ! Да, ребята, собственно говоря, у нас здесь 800 метров, а точнее 800 платформ, которые мы должны будем пересечь сегодня на крутых, дорогих, офигенных, опупенных, чудесных, невероятно крутых тачках. В общем-то, ребята, обязательно ставьте лайки, потому что серия максимально вам нравится, первая... Первый раунд будем мы на первых тачках. О, у меня, кстати, мустанг. Причем неплохой. Так вот, обязательно ставьте лайки, ребята. Подписывайтесь на каналы. А также, ребята, конечно же, проверьте колокольчик. Должны стоять все уведомления. И только в этом случае вы будете наблюдать самые крутые мои ролики. Во. А ты полетел что-то очень слабое, я смотрю, да? Так это же пожаловался. 205? 205 было. Окей, мы на мустанге, ребята, пробуем очень. Надеюсь, что у нас все получится. Ой. А чё он такой... А что с ним? Короче, шлифовал жестко. Я думал, это тот, не тот мустанг. Ну, при этом он 400 разогнал, но мне кажется, не перелечу тебя. Давай. 210, брат. 210. Отлично, мой балл. 1-0, мы переходим к спауну следующих тачек. Напоминаю, что сейчас возможно заспаунить 3 тачки. Это у меня, у Юрки всего 2. Так, корвет, хрень какая-то. Используем только аддоны же, правильно? Да, правильно, мы только аддоны используем. Тут мы давно не снимали эту серию, и поэтому, ребята, тут сложно. Сложно, невозможно. Гроти, это не та тачка. Гроти, а третья. Полицейская Бугатти. Юху, отлично. Я, конечно, это знаю, правильно сделал или нет, что не взял Феррари, но у меня старенькая бэха, которая летает. Да, она летает. Ну, давайте мы посмотрим, как она полетит. И ты что, все, серьезно? Все? Ну, наблюдаю за тобой. Я за тобой наблюдаю, как бы. И, ребята, ну, как вы видите, сегодня у нас пока что неплохие машинки. Обычно сыпят просто кучу всякого... Ууу, как ты полетел. Ну, кучу всякого дерьма. Сейчас у нас, собственно, 400. О, 400. Ой, 425 чистыми. Да. Понимаю. Ладно, я не уверен, что Бугатти покажет тот же результат, но Бугатти может. А для этого надо, во-первых, поднять подвеску, чтобы не цепануться. И полетели 500! 600 почти было. Ну не будет у 400, она слабо летит. Летишь, очень да, медленно. Очень слабо летит, тут даже и 300 не пахнет. Ну 300 нет, есть. 300 пахнет. 305, да. 305 в любом случае, это твой балл. 1-1 по баллам, идем далее, друзья. Уже 2 тачки я спавню, а ты спавнишь 3. Ну это Toyota, кстати, которая особо не летает. Камара. Ё-моё, удали его, пожалуйста. Удали его, пожалуйста, Каргабоб. Все, удалил. И вот это я тоже удалю, пожалуй. Так, это же Камара. Ну да, это Камара. Ну, ребята, я на самом деле ни разу не летал на Тойоте. И на новой тачке нам нужно проверить, нужно полетать. Даже нитро у меня на нем нету. Ну, у тебя такое себе. Ну, я Драгстер возьму, наверное. Если не принят, то Мазду оставлю на всякий случай. Ну, пробуй. Не, ну если она полетит, твой Драгстер, то все. Да, если менять уже не будешь. Менять уже не будешь, а я, ребята, на Тойоте пробую. Тойота, что происходит? Ну, вопрос остается вопросом. 420 всего лишь, а у Тойоты очень слабо, очень слабо. Не тот этот результат, который я бы хотел видеть. Сколько? 175. У тебя там что? Понимаю, я еду. Давай, едь. Ну, ты дальше прыгнешь, мне кажется. Тут скорость у тебя под 500, наверное, да? Ну, главное, чтобы он прыгнул. Да, нормально. Охренеть. Охренеть, ребята. Ну, не самый быстрый, но выше достаточно. Да? Вау, еще врезался. А 275 в итоге ты и прыгнул. Понимаю, ладно, мы идем далее, друзья. Спавним следующие тачки. Опять я 2, ты 3. А Мазду удали. У-у-у-у. И у тебя хорошо. Сильно, у меня не летает. Вроде как. У меня он не летает вроде как. Форд. У меня он вроде бы как не летает. Так, а тут что? Ну, я по любасу возьму, ребята. Я вылетел. Понимаю. А, не вылетел. Ловлю. И не вылетел. Такое, да, да. А сейчас вылетел. До свидания. Передумал сначала, потом передумал. Ну да. Давай, жду. И вторая моя тачка, это не считается. И полицейская тоже не считается. А сейчас ну, давай, что-нибудь уже. Не считается. Ну на. Да явно. Опа! Опа! Да ладно, не считается. А сейчас... А, это малютка, она не летает. Я выбрал Мерседес против Мерседеса. Старый новый, кто будет дальше? Вот вопрос.
Ну, если тот летающий, то он неплох. А как понять, он летающий, не летающий? В-201, что ли, он вроде? Ну, это не тот, он плохо летит. Он очень плохо летит, но потому я что... лечу на топ-1. 205 в моем случае. Давайте посмотрим, что там у Юрки. Новый экстр. Серьезно? Сколько там? 475. 75! Офигеть! Такой побить будет очень сложно. Ладно, ребята, 2-1 по баллам, но мы не расстраиваемся. Я очень надеюсь, что вы уже подписались на канал, а также, ребята, написали в комментариях поддержку, потому что мне она необходима. Это не тот летающий, который нам нужен. 3 копейку, я тебе дарю. Ламборгини. Далее. Вайпер, который тоже плохо летает. Ладно. Я могу тебе подарить вот мобиль, если хочешь. Я решил взять все-таки ламбу, которая тоже не уверен, потому что на ней ни разу не прыгал, но нитро есть. Так, а Феррари что у нас покажет? Давайте посмотрим, друзья. Какой же ты ленивый. Кусок шлифующий Феррари. Ну такой себе. Я хрена улечу. Ну я вижу тебя 200... Ну хотя 280... 280 чистыми, да. А теперь полечу я. Не уверен, конечно, что она хорошо полетит, но все-таки надо пробовать, ребята. Пробовать надо. Четвертый раунд надо все-таки забирать, чтобы было 2-2. Сколько у тебя было по скорости? 480, это что такое? Ну не, я вообще слабо лечу. Что это такое? Да, вижу, ты не летишь. Да, да, да. Че с тачкой-то? Я просто сверху стою и смотрю. 180, ребята. 180. Ну да. Ладно. Тогда получается 3-1. А мы идем дальше, ребята, спавним. Так, это не тот тако, который нам необходим. Кёникс Агера Ван и Скайлайн. Ладно. Че берешь? Да я только одну заспавнил пока что. Так, это уже Бугати. Урус. Курус. И Т-20 какая-то. Стандартная. И Купер. Понимаю. Ну я попробую Драгстер, если он поедет, если нет, то... Пробую Драгстера, я в итоге на Агере попробую прыгнуть, и я что-то сильно прям разогнался. Так, все, погнали. Пробую. А, у меня даже нитро нет, серьезно. Давай, ставь, иди нитро. Так, он разогнал, слава богу, он цепился. Давай, Кёниксы! Еще? Хреново. Очень но хреново. Это неплохо, насколько я помню, вот это Агера Ван. Очень хреново. 200, чтобы ты понимал. Просто 200. Понимаю. Ладно, давай смотри, что там у тебя. Я не уверен, что он вообще поедет. Ну, пробуй. А это летающий или нет? Да хрен его знает, он не едет. О, охренеть так-то. Ну, прыгнул слабовато. Цепанул, ну ты меня перелетел. Ты меня перелетел, 225. Это на тебя отомстил за то, что ты меня выигрываешь. 4-1, ребята, чё за бред? Ладно, давайте пробовать. Я надеюсь, что сейчас все-таки ваши комментарии как-то мне помогут, повлияют на все, что происходит. Да, только не ожидай, там сам вспомнил тачки. Эй, ладно. Попробуем сдержаться. Попробуем сдержаться. После того, что происходит, я, конечно, могу не заспавнить тачки. Потому что тут все очень хорошо. Феррари 458, ну это такое себе. Т5 Купер. О, новый летающий. Вроде он разве летает? Так, мне нитро поставить, поэтому, ребята, быстренько мы установим. 500 вроде ехал, что-то такое. Ну это же обычно. Нитро почему-то тоже нету. А, понимаю. Я буду давать, если не он. Я, короче, полетел, друзья. Давай. Полетел и... хорошо. Сколько у тебя по скорости? Должно быть лучше, чем у тебя, я думаю. У меня 500. 530. Я лечу хреново, на удивление. Ну, у меня было 245. У меня было 245. Да я... Ну, у тебя было тоже 245? Ну, я выше. Ну, не, я же тоже, я, получается, улетел, а потом начал падать, думал, тебя цепану. Я был 245 или даже 250, точно не знаю, но, ребята... Ну, давай ничья. У меня тоже было то же самое. Я, получается, просто падал, и поэтому я как раз-таки на уровне уже 245 и 240. Вот я думал, тебя цепану, поэтому я не стал ее фризить. Окей, ничья, ребята. 2-5 уже. 2-5 по баллам, фуфил ты, а мы спавним в следующей тачке. Так говорю, я же не фуфил, он говорит, фуфил, ты иди нахер. Фуфил. Так, а это... Я понял, Брайан О'Коннор. О, братан, да, на нахер, братан. Чит М8, вот тебе, братан. Точно не самый заспал? Да, ну, блин, ребята же видели.
что сам заспавнил. Не видели, а я не вижу. Да ладно, я на самом деле не спавнил. Ну, потому что я не буду этого делать. Я сделал один раз там на прыжках. Чтобы было интересно. Но я в итоге цепанулся, надо перепрыгивать. А ты урбан берешь, да? Ну давай, попробуй, короче, прыгну сначала. Я посмотрю на тебя. Посмотрю на тебя, посмотрим, что будет у тебя, что и как. Ну 2-5 надо, ребята, отыграться. Я очень надеюсь, что все-таки мне... М8 это принесет победу. Я все-таки не пустился в воду фуфлов и не стал фуфлом. Смотрите, как он всячески пытается отгородиться, всячески пытается себя предостеречь. А неплохо. Почти старая бэха. Почти старая бэха, но при этом, братан, подожди. Я сейчас все сделаю. Я сейчас все сделаю как надо. Короче, погнали, пацаны. Я не уверен, я на М8 здесь не летал. Да блин! Ура, я выпрыгнул! Ура, 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 ура! Топ-1, топ-1, и при этом у меня 465. И мой балл 5-3. Не хочешь ты пойти в жопу? Поднимись на 2 повыше. Ну ладно, иди в жопу. Я бы не думал, что это топ-1. Ладно, ну зато 5-3, как минимум. Ламба, БМВ... И что еще? И Мазда. Так, все, на 3. У меня 3, все правильно, что ты? Ну ладно, тебе видно. Что ты меня тут обманываешь, а? Хорошо. Вот это неплохо. Вот так оно не прыгает, наверное. Ну, не знаю. А может и прыгает. Так, я, пожалуй, бампера уберу, все уберу. Не так часто попадается. Подниму, броню уберу. И давай посмотрим, что там у тебя было. Ну, что-то вообще сложно. А, ему он полетел. Как его вырулить-то? Так. Ну не, тоже плюс. Ну так, слабовато. Ну 400... О, ну новый рекорд. 400, ну не знаю даже. Ну чистая своя крыша торчит. Ну да, да, да. Ладно, ребята, это будет сложно побить, но одни читы сегодня у нас. Одни читы, блин. Да вообще-то первый чит упал. А все остальное плюс-минус как бы и урбан был уже. Я тоже, кстати, хорошо полетел. У тебя что? Ламба. Лампа какая-то. Побьет, не побьет, 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 побьет. Тебе зараза, она 435. Блин, ну тоже было хорошо, другая бы тачка тебя бы. Новая. Не до старо новых, да? Не до старо новых, да, получается. 6-3, по-моему, по баллам там у нас. Поэтому давай спавним следующей тачки. Это такое себе. Такое себе, не, это было обычное. Опять она! Но она не летает, я точно знаю. Вторая что? Так, Ford GT второй раз упал. А, вторая непонятно что. Блин, ну это говно, я лучше буду на ней прыгать. Чё берешь? Я не знаю, я попробую... Да куда Драгстер долетел? Он вообще хреново полетел. Да, 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 он вообще плохо полетел. Ужасно, я скажу. Чё ты ржёшь? Чё ржёшь-то? Потому что ты фуфил. Там фуфил. Фуфил, да фуфла погоняет. Сколько ты прыгнул, до куда? Не знаю. Еще лечу. Лечу. А ты уже едешь? Нет, я жду, докуда долетишь. Лечу. Еще лечу, лечу, лечу. А что ты через два летишь? Чтоб ты не знал мой результат. Я не скажу. Я-то его посмотрел, но я не скажу, какой результат. Давай, прыгай. Как начнешь прыгать, тогда и все. Че берешь? Смотрите, ну, на него попросился. На фуфло. Ладно, хорошо. У меня было 175. А. Поэтому. То а. Ты тачку уже взял, все, больше не меняешь ее. То есть, что врать, то еще не потому что я, ты уже все ее выбрал. Ну что-то он очень слабый. Тот драгстер был мощней. Этот вообще слабый, он, мне кажется, даже не полетит. Вообще ни о чем. Тихо. Вообще прям ни о чем. Да что ты нахер? Ну как это объяснить-то? Твою, ну, у меня ур просто, я сейчас максимально сдерживаю, у меня просто полыхает, знаете, вот как чайник кипящий, вот у меня то же самое сейчас, потому что вот, казалось бы, вроде бы мой раунд, но этот фуфел все равно летит лучше, на секундочку. Так, бэха, кстати, летающая. А, у меня ничего не летающее. М2 летающее! Это не тот. И что второе? М2. Что второе? Дай вторую. Марс, я понял. Я, короче, на М2 прыгаю, поэтому, братан, давай. Я в тебя верю, я тебя жду. Главное, чтобы ты проиграл. Давай, 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 давай. Да пофигу на твой капот, мы полетели, пацаны.
Так, а что, будет-то экстра или нет? Что по скорости было? Ой, да там что-то либо 500, либо 800, либо 900, что-то такое. Ага, 800. Ничего не знаю. Ой, ты что так хреново полетел? А, 440, а тебя что там, а ну-ка какие давай посмотрим. 440, ты на чем-то прыгал? На его второе налетает. Я знал, я тебе сразу сказал это. 440, ребята, не хватило буквально 30... А, не, подожди. 50 не хватило, чтобы обогнать твою акулку, но зато это мой балл. Это получается тогда 7-4. И у нас остается всего 2 раунда, поэтому, братан, давай, короче, спавню следующие тачки, у меня 3, у тебя 2. Понимаю. Байк не считается. А, дэвил! Я не спавнил его, он сам выпал мне. Новый Камаро? Я серьезно тебе говорю. И Макларен. Дэвил, впервые здесь ни разу не летал. Ни разу не летал, ребята. Сейчас увидим, что 800 будет, нет? Давайте смотреть, пацаны. Сейчас увидим просто топ из топов. Давай, 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 Дэвил, Дэвил, Дэвил. Полетели, юху. 300. 400. Мой экстра. 500. 165. 800 не будет, но, ребята... Почти 600, почти 595, братан. Того получается 7-5. Остается один раунд плюс мой экстра. И у тебя не прыгнул, да, получается, говоришь. Ладно, последний раунд остается, ребята. А ну-ка, чё, завезет, не завезет? А ну-ка, завезет, не завезет? Завезет, не завезет? Не завезло? Не завезло, давай, 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 не завезло. Не завезло, чё ты не спавнишь? Спавни, теперь я побегаю. Теперь я побегаю, тут сейчас заспавнишь себе какую-то тачку положишь. А ну-ка, давай, 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 спавни, спавни. Давай-давай. Спавни-то? Я не вижу, упал этот. Спавни? Не, серьезно, он серьезно упал. Я тебе не буду врать. Ауди, что вторая? Ламба. Понимаю, плохо. Ладно, хорошо. У меня получается первая Супра. Это новая вторая. Супра какая-то? Точнее, вторая Супра. А третья что у нас? Я даже не видел, что там заспавнился, а просто... Мэрс какой-то был. Пушок ушел. Мэрс, пушок, не пушок. А у меня, короче, надо поставить нидры. Это какая-то новенькая супер, ребята. И, в общем-то, будем на нее надеяться. Если повезет, мы выиграли. Не повезет, мы проиграли. Да, я едь, короче, ты первый будешь. А потом уже буду прыгать я. Потому что, ребята, очень хотелось бы, конечно, выиграть. Я ничего не знаю про эту супру. Может быть, но да, я рискнул зря. Новая ламба. Но новая ламба, по-моему, она же... А, она у меня была же, да? Или это не она? Ну, они хорошие. Скорости в 700. То есть, получается, ты прыгнешь ли? Если нет, то будешь прыгать на том, на той Ауди. Ты сейчас как сказал. Там, я что? Буду дрыгать до тех пор, пока она не полетит. Окей, мы смотрим, друзья. Я даже не буду прерывать запись, чтобы вы все видели своими глазами. Это все было по чесноку. Ну, прыгнул ты. Она не прыгнула. Она у меня проскакала. Ну, сейчас посмотрим. Ну а зачем ты затормозил? Видели бы сколько скорость. Потому что... Ну 145 было, допустим. Пропахала. Ну 145 было-то, в любом случае. Давай прыгай. Ну сейчас бы на скорости 700-145 лететь, а? Ну я не знаю, братан, как бы. Такая тачка, я что сделаю? Я могу тебе предложить только Audi, которая там стоит. Нормально. Она бьется даже хуже, чем читает. Мне интересно, когда ты сгоришь? Когда ты сгоришь-то, а? Не знаю. Но она реально выше улетит, чем... Да я понимаю, что она может улететь, но она же не летит, брат. Как бы тогда, ну, я ничего не знаю. У меня-то супер полетит. По диагонали, как ты попробуй. Понимаю. Понимаете, ребята, сейчас я просто, если... Если сейчас он прыгнет и прыгнет хорошо, то я проиграл. Если он не прыгнет и прыгну я хорошо, то тогда я, получается, там вроде ничья будет. Или я даже выиграл, я уже не помню по балансу. Ты прыгай, пока что время тянешь. Не-не-не-не, я-то жду тебя. Я подожду тебя, я тоже никуда не тороплюсь. Я все проверю, я все новая запишу. Новая супра, потому что хрен знает, прыгает, не прыгает. Ну, прыгнул ты, ладно. Ну, тут ты чисто прыгнул. Тут ты очень чисто прыгнул. Ожидал я большего от нее. 220 получается. Ну, у меня ты чисто прыгнул. 220, ребята. Ну, я не сказал, что это прям хороший результат. Сейчас что скажет супра? Максимально дерьмовый результат, я бы сказал. Что скажет супра у нас? Не долетит. Не долетит, это такая херь. Это такая херь. Ты медленный? Да. Или ты без нитро едешь? Я без нитро еду. 190. 190. Там был Форд. Там был реально Форд. Там был Форд. Подожди, я даже сейчас чисто ради эксперимента. Ребята, у меня, короче, был вот этот Форд, но и получается та супра. То есть, если бы я выбрал этот Форд... Серьезно? Да, по-моему. По-моему, он был. Я два раза не брал. Тоже интересно. Ну...
пацаны, вы сами все видите, как бы. Вы сами все видите, 500. Я ради прикола взял А3. 500, просто 500. То есть, получается, ты допрыгнул до 215 там или сколько-то. А я прыгнул, ребята, на 245. То есть, это был бы мой балл, если бы я бы не понадеялся на эту сраную, новую. Очень прикол. Ну. А я на Audi прыгнул на 5 меньше. На 5 меньше, да. То есть, если, ребята, я бы не понадеялся на эту новую сраную Toyota, которую, я не знаю, кто создавал и зачем такую медленную сделали, то была бы, получается, ничья у нас, либо же моя победа, не помню уже. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Спасибо всем Агренджи за просмотр. Такая серия получилась. Всем удачки и пока!